Последние годы в связи с безработицей становится все больше случаев административных и уголовных правонарушений. Подобная ситуация произошла и в нашем городе. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Как содержать маленького ребенка, не работая при этом? Можно с помощью друзей или родственников, или же, как подобает взрослому человеку, искать любую возможность заработка. Но вот две уроженки Тамбова пошли на крайние меры и решили обокрасть один из магазинов города Рассказово. 25 марта 2017 года в утреннее время две девушки, находясь в городе Рассказово, зашли в один из косметических магазинов, который расположен в городе Рассказово, где совершили хищение косметической продукции. Они набрали косметическую продукцию и, будучи уверенным в том, что никто не видел происходящее, они прошли через кассу и не расплатились. Как позже было установлено, что данными гражданками являются девушки, которые зарегистрированы в городе Тамбове, но одна из них проживает в Рассказском районе, а именно в селе Коптево. Данное преступление было совершено так, как у одной из девушек на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок и не хватает денежных средств. Данное деяние относится к административным правонарушениям, за совершение которого девушкам грозит штраф в размере 5-кратной стоимости украденного, либо арест сроком до 15 суток. Вывод напрашивается сам собой: все-таки лучше занять денег у родственников, чем идти наперекор кодексу об административных правонарушениях. Владимир Иванов, Михаил Брыксин, новости ТВ Рассказово.